понедельник, 22 мая. Мы в офисе 1580 традиционно узнаем, что произошло за прошедшие сутки в Полтаве. Доброе утро, Сергей. Доброе Расскажите, утро. Как выходные прошли? Закончились сутки у нас без чрезвычайных происшествий. Поступила информация за субботу о серьезном ДТП. Столкнулось маршрутное такси с автомобилем на перекрестке Сенная-Шевченко. В принципе, есть пострадавшие, были доставлены в больницу, ну а там уже полиция будет разбираться, кто нарушил правила дорожного движения. Ну, серьезное ДТП было. По коммунальным службам, в принципе, работали в штатном режиме. Единственное, что много заявочек у нас осталось невыполненных по водопостачанию и водоведению водоканала. Я думаю, что сегодня они будут подтягивать. То есть, если по водопостачанию за вчерашние сутки поступило 14, то выполнили только 4. Там есть и порывы из-под асфальта, в принципе, что много работы, я думаю, сегодня будут их закрывать. По погоде нам на сегодня обещают днем 16-18 градусов, возможен краткочасный дождь с грозой. Также у нас плохая новость, но ожидаемая. Стала у нас котельница Уковского 36 на ремонт. 22 числа ожидается окончание работ по плановому ремонту уже 9 июня. То есть при этом видим мы, что длительный период в микрорайоне Алмазные, сады 2, сады 1 перед этим останавливались теплопункты, а сейчас стала сама котельня. То есть в принципе эти дома... Ну, это очень большой участок, просто вам сейчас пока не могу сказать. Mm-hmm. Ну, это, скажем так, основная котельня в городе, которая самая большая, большой участок отопляет. То есть, в принципе, горячей воды до 9 числа не будет. И туда что... попадают те же дома, которые по теплопунктам останавливаются? Да, да, да. То есть людей еще дольше будет? Ну, те теплопункты были уже запущены в то время, ну, а сейчас сама котельня стала на ремонт. Поэтому надо будет немножко потерпеть, сейчас уже звонки идут, и уже с самого утра уже много звонков. Стоит она у нас с сегодняшнего числа, данная котельня. Угу. Ну, а так, в принципе, все спокойно. Угу. А вам хорошая позитивная неделя. В принципе, будем надеяться, что водичка горячая будет в кранах и побыстрее. И до завтра.